Максим, как вам это мероприятие? Есть ли отличие от предыдущих? Что вообще скажете? Вообще, это уже восьмой наш завтрак. Народу все больше, все интереснее. Да, вот мы сегодня провели статистику по новым сделкам, которые закрыли с нашего предыдущего завтрака. Получается прогрессивный рост. Вот, считаю очень интересно, много интересных предложений. Да, по себе скажу, что половина сделок мы получаем с таких вот замечательных профессиональных мероприятий. Да, сегодня было много новых интересных идей. Несмотря на кризис компании, в которую мы зашли, и как самое интересное, наши коллеги зашли, да, там тоже достаточно хороший рост, да, и оценки замечательные. Это здорово. А скажите тогда, пожалуйста, как по-вашему, какие сейчас сегменты в области ИКТ будут наиболее интересны венчурным инвесторам? Вы знаете, онлайн-обучение. Онлайн-обучение, платформы финтековские, там микрокредитование через интернет. Просто сумасшедший рост. Смотрел отчетность одной компании, в которую мы еще не зашли. Там 20-кратный рост по выручке. Вот, поэтому есть сегменты в экономике, которые благодаря кризису растут гораздо лучше. Да, то есть не секрет, сейчас там достаточно серьезный банковский кризис, да, конкуренция падает, но новые платформы с новыми технологическими решениями, они растут лучше. Да, именно благодаря банковскому кризису. Да, поэтому наша технологическая тусовка, да, очень радуется ослаблению конкуренции. Что ж, это отлично слышать, что кризис создает новые возможности для инвестирования. Может быть, вы можете рассказать о ваших последних сделках? Да, вот как раз в области онлайн-обучения компанию, в которую мы вошли, там какие-то, ну, я не знаю, неприличные цифры роста. То есть в области онлайн-обучения вошли в компанию Puzzle English. Вот там стремительный рост, там... Ну, не буду раскрывать финансовые показатели, но там за полгода там выросли они в 15 раз по выручке. Да? То есть это очень-очень интересный рынок. Мы безумно довольны и качеством команды, и сервисом. И самое главное, мне кажется, рынок созрел. Созрел, и люди начинают учить английский язык, и не только английский язык, через интернет.